Роли артиста подскажу я. Печатайте. Да нет. Хорошо. Ну, в определенной степени просто возрастной акцент только что сказывается, возраст после 5 вечера я начинаю чувство усталости. А так, в общем-то, все нормально. Да. 20-30 лет стажа в медицине – это колоссальный потенциал для возможности оказания медицинской помощи нашим пациентам. Это возможности проведения диагностики между заболеваниями, правильно назначенного лечения. Нашему самому старшему коллеге было 78 лет, и причиной увольнения стали ее семейные обстоятельства, она уехала к внуку. Печатайте такое.